Всем привет! Приехали наклейки от Dbrand. Заказывал на Pixel 3 XL и iPhone 10R. Обошлись они в 9 баксов, плюс еще доставка. Значит, что я хочу отметить. Здесь в комплекте идут два вида наклеек. В первом случае только на спинку. Второй вариант еще обклеивает и боковые грани. Так вот, в случае второго варианта, скорее всего, придется использовать фен, чтобы нагреть края наклейки, дабы они лучше приклеились к самому смартфону. Что касается конкретно данной наклейки, она для iPhone 10R, называется Black Dragon. По материалу он довольно шершавый, то есть смартфон в руке будет держаться очень хорошо. Ну, как вы знаете, на iPhone и Pixel задняя спинка из стекла, соответственно, большая вероятность посадить царапину, а с учетом наличия кота эта вероятность возрастает. Ну и, конечно же, стеклянные смартфоны скользкие, отпечатки пальцев на них будут хорошо видны. А что касается наклейки для Pixel 3 XL, называется она Black Camo. Так вот переливается. Вот здесь поверхность не такая шершавая, как в случае Dragon. Ну, такое вот матовое покрытие, смотрится, опять же, классно, но это все дело, конечно, на любителя. Ну, естественно, тут вариант еще идет с обклейкой граней боковых, ну и плюс еще вырезан логотип. Ну, давайте я все это дело приклею, покажу вам, как, собственно, выглядит на практике. Итак, наклеил наклейки на iPhone 10R и, соответственно, Pixel 3 XL. Давайте вам покажу поближе. Вот так выглядит наклейка Black Dragon, повторюсь, она шершавая, в руке, конечно, ощущается он отлично, то есть не скользкий, царапин не будет. Естественно, от падения эта наклейка не защитит, стекло может потрескаться, но от царапин, каких-то потертостей точно защитит. Так, по кнопкам все окей, все хорошо работает, то есть беспроблемно нажимается. Габарит, естественно, не увеличивает. Единственное, вот по углам есть некоторые шероховатости, но из-за того, что там маленькие лоскутки наклейки. А снизу вроде бы все совпало по отверстиям. Но для тех, кто не хочет заморачиваться с боковыми гранями, повторюсь, в комплекте идет еще наклейка чисто на спинку. Вот это вот Dragon мне очень понравилось. Реально прикольно, классно смотрится. И самое главное, ощущается в руке отлично. Так, что касается Pixel 3 XL. Здесь называется Black Camo. Как видите, переливается. Не такая шероховатая, но при этом все равно не так он сильно скользит в руке, как в случае обычного стекла. Логотип здесь вырезан. Очень сложно, конечно, наклеивать такие вот маленькие лоскутки. В комплекте их, по-моему, 6 штук каждого цвета. Ну, то есть, если потеряете, можете доклеить. Вот так все это выглядит. Тоже, на мой взгляд, прикольно, но, опять же, на любителя. Опять же, по углам, видите, да, есть некоторые шероховатости, но это надо приклеивать осторожно, соблюдать все стыки. Самое главное, чтобы нахлёст они не приклеились, то есть, если палец провести, чтобы было гладко. Вот такие получились наклейки. Из плюсов, повторюсь, то, что корпус царапаться не будет, отпечатки видны не будут, в руке не скользит. От падения, естественно, не защитит, то есть стекло может разбиться внутри, ну, по крайней мере, осколки останутся там. Но еще немаловажный плюс, это особенно актуально для больших смартфонов, как тот же Pixel 3 XL, это то, что наклейки не увеличивают размеры. Ну, в общем, как защищать свой смартфон — дело каждого. Кто-то использует чехлы, кто-то не использует, кто-то клеит пленки, стекла. Я, например, стекла не люблю. Максимум — это то, что вот можно наклеить на корпус, это пленку. Но это вынужденная необходимость из-за того, что производители сейчас поголовно ставят стекла. Ну, пожалуй, все, что хотел и рассказал. Всем спасибо за внимание.